Итак, друзья, дубль 2. Собираем домик по-своему. Он еще не собран. Сейчас я буду это делать. И что хотела сказать. Первый вариант этого видео, это был такой стёб по поводу товаров из фикс прайс. Если вы смотрели, вы как помните, мы собирали этот домик, он нифига не собрался. Поэтому дубль 2. Сейчас я буду собирать его по-своему. И вы можете посмотреть, что же я задумала с этим домиком, мою идею. Я к тому, что сейчас у меня на канале будет появляться больше творческих видео, каких-то DIY-ов, мастер-классов, рабочих моментов, потому что у меня куча вдохновления, куча идей после прогулок по всяким выставкам. И... не знаю, хочется их воплощать, и хочется какие-то идейки тоже давать людям, делиться, какие-то такие интересные. Извиняюсь опять же за соседей, давайте приступим, я наложу фоном музыку, чтобы не было вот этого шума. Итак, что нам понадобится, вы все видите, собственно, домик, наждачка, маленькая наждачка, суперклей, карандаш и макетный нож. И давайте приступаем. За свет я заранее извиняюсь, нету освещения. Like
Так, друзья, продолжение следует.